Упарь, это очень-очень злобный дядька. Переношу тебя в самую прикольную локацию. У нас сегодня с тобой выживака. Это же огромная башка. Упс, это не я. Мувик, у меня для тебя сюрприз. Наверное, какой-нибудь новый наборчик? Ну, почти. Ой. Я тебе построил новый мир Лего Майнкрафт. Ой. Тут много разных локаций. Ого себе. Он, кстати, еще не закончен. Потом он будет больше. Мне еще есть что добавить. Ой. Как ты понял, он состоит из двух больших частей. Ничего себе. Он же огромный. Зачем нам такой? Меня очень часто просят, чтобы я устроил тебе настоящее выживание. Ух ты! Вот сегодня ты будешь выживать в этом мире. А я и не знать. Мне что-то страшно. Поздно, Мувик. Ай. Начнешь выживание, ты вот тут. Ой. Это биом джунгли. И пока тут безопасно. Это хорошо. Врагов тут пока нет. Тебе повезло. Тут только оцелоты. Ух ты, тихи. Ой. Ой. Ой-ой-ой. А я что, буду один, что ли? Ну да, один. Не-не-не, давай мне Борьку. Одному скучно и страшно. Хорошо, вот тебе Борька. Привет, Бориска. У нас сегодня с тобой выживака. Я вам тут сундук поставил. В нем все необходимое для начала. Ой. Так интересно, что же тут? Ну, чё это? Там пусто. Тут вообще ничего нет. Я прикольнулся над вами. Так нечестно. Вот тебе кирка. Для начала хватит. Ух ты, круть. А еды? Нам ещё надо еды. Вот тут внизу есть огород. Ой. Сами добывайте. Это же выживание. Ого себе! Сколько всего! Ну что, мы готовы? Ага, у нас 3000 миллионов еды. Борька, только все сразу не съедай. Бориска, побереги свой животик. Он уже просит о пощаде. Боря, ну ты серьезно что ли? Костя, все, дальше я сам. Почему? Боря, как всегда, набил свою пузяку и дрыхнет. Это теперь надолго. Хорошо, я даже не удивился. Переношу тебя в самую прикольную локацию. Это еще что это? Мамочки, это же огромная башка. Это же носопырик. Все правильно. Это скала деревенский житель. Какой-то тут странный флажок. А там что это? Пещера что ли? Ай, упай. Все нормуль. Мне не больно. Я уже привык. Нубик, это не просто пещера. Ой. Во-первых, она с подсветкой. Ого себе. Красненькая. А во-вторых, внутри кто-то есть. Ай, ай, это очень-очень злобный дядька. Сам ты дядька, Нубик, это Херобрин. Ой, я боюсь. Я туда не пойду. У меня даже орудия нет. Да даже если бы и было, все равно б не пошел. Ладно, давайте я покажу другую локацию. А давай. С другой стороны пещеры небольшая деревня. О, носопырики. Носопырики крутые. Я с ними дружу. Они добрые. Привет, носатый. Как дела? Круто. У меня тоже все нормуль. Костя, показывай, что еще тут есть. Джунгли мы с тобой посмотрели. Да, посмотрели. Пещеру тоже посмотрели. Ага, крутая, но страшная. И деревню. Да, носопырики. Вот с этой стороны большое подземелье. Ой,
Ну тёта, там зомбики живут. Я же их боюсь. Я туда не пойду. Вот. Хорошо. Вот еще есть снежный биом. Ух ты, ух ты! Смотрите, Мишка! Такой хороший! Упс! Это не я! Меня подставили! Не-не-не, это не я! В общем, вот такой мир Майнкрафт получился. Мне кажется, получилось прикольно. Да-да! Он очень крутой! Мне прям понравился! Вот прям очень! Это еще не финальная версия. Я тут много еще чего добавлю. Это пока версия номер один. А что? А что еще будет? Это пока секрет. Когда закончу, покажу. А это скоро? Да, думаю, скоро. Скорее бы уже, а то хочется. А сегодня? Сегодня супер-мега-видосик. Боря будет жрать. Так же он будет тупить. Я буду нубик-добытчик. Еще будут новые персонажи. И, конечно же, супер драка-драка. И хоп. Ой, кажется, я поломака. Ой-ой-ой-ой, это же мои ноговы. Вы уже тут. Привет. У нас вчера с Борькой были приключения. Короче, иду я вчера такой, а мне навстречу Борька. О, Борька! Лови! Боря, ты как? Нормуль? Не бережешь ты себя, Боря. Ну все, не мычи, подъем. У нас очень-очень много дел. Ну, Бориска, вставай. У нас же сегодня выживание. Ну что, му-му, пошли. У нас супер поход и супер выживака. Бориска, нам нужно дерево. Да хватит уже мычать. Вот, топором будешь рубить. Ну и чё ты стоишь? Руби его, руби. Борька, ну чё ты? Надо быстрее и сильнее. Ну как так-то, а? Вот ты всё-таки рукожопик. Давай, Бориска, ты справишься. Только аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой! Боря! Ты там живой? Не бережешь ты себя, Боря. Короче, Бориска, как всегда, он царь страны рукожопиков. В общем, я решил все сделать сам. Чё ты встал? Иди сюда! Короче, Боря, от тебя толку вообще нет. Что, му? Дерево ты не добыл. Камушковы тоже. Вот, это мой волшебный сундук. Ты будешь его охранять. А я пошел все добывать. Вот это круть! Я нубик-добытчик. Мне кажется, я супер-нубик. Но это не точно.
Интересно, как там у Борьки дела? Так, Боря, где мой сундук? Боря, подъем! Бориска, а ну вставай! Что, му-му? Непонятно, ничего. Где мой сундук? Там мои сокровища. Вставай, пойдем искать. В общем, потом мы с Борькой побежали ловить грабителей и догнали их. Я очень-очень испугался, но потом разозлился. Это что такое, а? Борьку только я могу обижать. Короче, я ему навалял, а второй вообще убежал в слезах. Вот. А сейчас я вам покажу видео, когда я еще не умел разговаривать. И за меня все говорил Костя. Только лайк не забудь поставить. Мне надо. Что-то мне Бравл Старс надоел. Не хочу в него больше играть. Короче, я спать. Нубик устали. Всем спокойной-ки. Ты че рычишь на меня? Вообще что ли? Вот ты наглый, вонючий зомбяк. И чё, ты думал напугать меня своей лопаткой? Ну всё, вонючий зомбяк. Ты сам напросился. Зомбяк был наказан. Будешь знать, как на нубика рычать. Мамочки! Ой-ой-ой-ой-ой! Мне такой сон приснился, как будто я зомбиком дрался. И, кстати, я ему навалял. Посмотрим что-то новое. А нового ничего. Как-то даже скучно. Что-то Бравл Старс мне поднадоел. Слышали? Косте тоже надоел Бравл Старс. Костя, мне тоже Бравл надоел. Да, Нубик, надо сделать перерыв. Как-нибудь потом продолжим. Да, я хочу в Майнкрафт, в Лего Майнкрафт. Новых наборов Лего Майнкрафт нет, и выйдут не скоро. Ну и что? Помнишь, ты мне делал супер-мега невероятно крутые самоделки? И я в них выживал, и что-то еще там делал. И еще там была ржака, когда я упал, помнишь? А там что это, пещера что ли? Ай! Упай. Все нормуль. Мне не больно. Я уже привык. Конечно, я помню, Нубик. Короче, ты хочешь новое выживание в Лего Майнкрафт. Ура. Мне надоел Бравл Старс. Хочу играть в Майнкрафт. Лего это класс. Ура. Мне надоел Бравл Старс. Хочу играть я в Лего. Майнкрафт это класс. Вот тебе для начала кирка и топор. Ой. А дальше сам. А я еще хочу щит. Можно мне щит? Конечно, можно. Ух ты, такой прикольный. Мне нравится. Все, ты готов к выживанию. Ой. Вперед. Что-то мне даже немножечко страшно. Ну ты же нубик. А вот и нет. Для начала надо найти Борьку. А то одному как-то скучно. Ой-ой-ой-ой, я что-то слышу. Мамочки, кто это? А, точно, я помню. Это человековы из Minecraft Dungeons. Точно, это они. Они опасные. Пойду лучше в другую сторону. Мало ли чего. Ой, смотрите, вон он, Борька.
и горя. Не бережешь ты себя, Бориска. Ну что, Му-Му, вставай. У нас сегодня выживака. Смотри, что у меня есть. Мега-топорик. Нубик, а где твой щит? Он очень-очень тяжелый. Мне с ним трудно. Вот ты слабак. Ладно, шучу. Я его потерял. Нубик, вот ты все-таки нубик. Ну нет же. Все, Бориска, не мычи. Подъем. Ты не забыл еще, как выживать? Не знать. Вам для начала нужна еда. Ой, точняк. Боря, да хватит уже. Пошли. Смотрите, смотрите, я вижу огород. Ой, а где Боря? Бориска, ну где ты там? Не отставай. Мамочки, там зомбяк. По-моему, Борька в беде. А нет, все нормуль, у него алмазка. Вот Боря тупик, меч сожрал. Боря, мне кажется, ты ку-ку. Пошли, я огород нашел. Ого себе, сколько всего. У нас 3000 миллионов еды. Борька, только все сразу не съедай. Бориска, побереги свой животик. Он уже просит о пощаде. Боря, ну ты серьезно что ли? Нубик, как ваше выживание? Да никак. С Борькой неинтересно. Нубик грустный, Нубик спать. Ой. Ой-ой. Ну чё это? Чё тебе надо, зомбяк? Чё ты рычишь? Ну, отстань от меня. Непонятно ничего. Ай, 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 больно. Отстань.